Итак, всем привет. Продолжаем. Рыцари пера и бумаги. Наша задача нафармить как можно больше золота, чтобы пробить финального босса. Поэтому фармим золото. Как говорится, фарм, фарм, фарм. Мы всех пробили, кого возможно было. Осталось троглодитов чуть-чуть добить. До максималочки. Сейчас 75% троглодитов. Бомбить троглодитов. Поэтому как-то так. Я тут еще подумал, стоит, наверное, магу защиту дать. Хотя бы минимальную, чтобы он себя комфортнее чувствовал. Потому что на финальный бой нужна максимальная защита. Чтобы нас оттуда не убрали вперед ногами, как говорится. Смешательство — это очень опасный дебаф. От него стоит избавиться сразу. Которые троглодиты эти вешают. Станы замешательство кидают. Поэтому лучше от замешательства избавляться. А то ваши же мобы по вам начнут долбасить. А это такое себе желание. Как вы, блин, огонь снимаете, я просто удивляюсь на вас. Отлично, сгорел. Крепкий напиток. Состояние ярости вы входите. И нам не дали поспать. Замечательно. Но бывает, и напали во время сна. И мы еще и по инициативе проиграли. Замечательно. И нам сразу дали поспать на второй ход. Класс. Так. Мы тут подумали. Нам надо сейчас добить троглодитов. План на сегодня. Максимальное количество. Там еще штучек 5, наверное. Даже 4. Берем одного другого, чтобы он в вихре. Чтобы он нам бонус за других мобов дал. Чтобы больше опыта немножко было. Они же считают, хотя бы если один моб другой, то уже и как бы дрались с разными мобами, поэтому. Учитывая то, что у него стоит замешательство. Это ваши цели случайным образом выбирают из числа врагов и союзников. Восстановление, успешный бросок на разум. У него разум 3, поэтому без шансов. То есть нам надо снимать вмешательство, потому что иначе это будет просто трындец. Наш танк по своим начнет долбасить. Замешательство он никак не сможет снять. Потому что, когда разум 3, он просто его утомится снимать. То есть нам нужно, чтобы хил его снял. Вот опять же, он мага ударил. А наш син что-то вообще ленится. Поэтому наша задача максимально с его сыграть. Нам дали камень. Ну, камень сомнительный. Тут, наверное, самые лучшие награды по квестам идут. Остальные все награды вы можете и так вытащить. Либо купить.
Так, наша задача переодеть магу броню. Вот эту вот. Во-первых, выкинуть лишний мусор из инвентаря. Так, эту оставить. Кольцо выкинуть. Ярость выкинуть. Угроза выкинуть. Мокасины выкинуть. Кольцо. Ну, не знаю. Наверное, стоит оставить. Так, тебе дать. У тебя огонь стоит, тебе слабость дать. У тебя стоит разум плюс 2. Так, разум плюс 2 нам дает, получается, разум дает энергию. Так, у тебя сейчас получается 2 290, 2 880. Если мы тебе даем вместо разума. 292. Ага, то есть разум получается в плане магии сильнее. Немножко. Но зато он в плане ХП себя подтянутым чувствует. Так, надо посчитать, сколько он это. Убрать разум. Сколько он кастов сможет похилять? Ну, хотя тут там же не посчитаешь. 350 и 300. Ну, сложно посчитать. По идее 200. Нормально. Ладно, посмотрим. Так. Паладин в щитах. Да, я хотел магу дать щиты. Магу дать щиты. Магические щиты, вот эти вот. Две штуки. Вместо посоха. Пускай он лучше ловит урон. Посохами своими. Получается у нас она сколько до маги? 37. Да что ты будешь делать? Грейди, наверное, особо нет смысла. Слишком слабенький урон тут возрастает. А посох что дает? 300 энергии, 300 это хорошо. И 15 урона, тут всего лишь 5, но он хоть по защите будет бить. Поэтому посох, наверное, на всех, кроме финального босса. Да и чуть слабее будет бить Игли с ним. Так, что касаемо брони, мы хотели тебе еще броню дать. Да, тут 20 каст магии, это очень сильно, с этим никто не спорит. Но ты падаешь с одного удара, откровенно говоря. Поэтому я думаю, ему стоит дать доспех какой-нибудь. Желательно вообще самый тяжелый. Ему бы желательно самый тяжелый доспех дать. Либо средний, конечно. Ну, я думаю, лишним доспех для него точно не будет, чтобы он не падал. 290. Подожди, получается, ярость у него упадет. 240. 300. О, это, конечно, впечатляет. По мане, конечно, он сильно проседает. 200 защиты. А плюс магия у нас так 40. Ага. Так будет у нас, наверное, больше. Но мы в любом случае ему даем доспех, потому что ему нужно выживать, причем максимально долго. А он у нас вообще не живет. Будем максимально толстым его делать. Даем ему, наверное, этот доспех. Все-таки я... Хотя у нас, в принципе, есть вот 200. У этого, наверное, столько же будет.
Плюс-минус. Магии, правда, нам не хватит, но они хотя бы потолще будут. Ну, у него сколько брони? У него 600 брони. А, ну, у него со щитами. Да, с двумя щитами. У него 600 брони. Ну, это минус 60, это... Минус получается 160, это 400 с копейками. Ну, как у Роги, собственно. Ну, да, только у него еще плюс щиты, я думаю. Магу, наверное, стоит тоже тяжелый доспех дать. Именно тяжелый. И купить для него персональный свиток. А либо купить для него свиток там на плюс. Плюс 3-7 тысяч стоит. Ты серьезно? Офигеть, а. Плюс 4, плюс 5. Дэм. Грейд, конечно. Ух. Хватает убежать, называется. Ну, хотя бы на плюс 2 возьмем. Дороговато нынче. Так. Загрейдим. Тяжелый доспех. Дадим магу. Пускай носит. Все, у него 200. Сколько у него каст? 400. Ооо. 5 кастов. Да уж, но ничего. 5 кастов огня, и у него закончится магия. Быстро. Но ничего. Максимальная защита, которую мы ему можем дать. Плюс магическая это. Сила заклинания, где она у нас? Получается, у него 10 и 15. То есть у него урон достаточно слабенький. Но там нам важнее не сам урон от него, а урон от Роги, чтобы был. Точнее, он называется тут ниндзя. Но факт с фактом, так замешательство. Интересно, интересно. Да, это чтобы на него не подействовало вмешательство. Пробуем дальше качать. Так, нам, значит, нам нужно что еще? Этот готов. Этот готов, этот, в принципе, тоже готов. И там грейдить, это прям смешно. Вот единственное, можно клерика, щиты, максимальный тяж. И паладину максимальный тяж щиты, башенный на плюс. Два хотя бы загрейдить. То есть нам еще купить, получается, три щита. Три щита купить. Загрейдить. Купить три щита и загрейдить. Сколько у нас щиты стоят? Щиты стоят 1100. Неплохо, неплохо. Значит, покупаем три щита. Два, три. Передаем их. Раз. Два, три. И теперь нам останется... Убираем ненужные щиты. Нам осталось купить, получается, раз, два, три, четыре. Нам осталось купить четыре, то есть нам нужно где-то четыре свитка по 3000, по 3200. То есть нам нужно купить, надо накопить 12800 в сумме. А текущий, получается, где-то в районе... 10
734. То есть копим монеты. 10 000 нам нужно накопить. 734. Там говорится, бьемся. Надо было на этих, ну ладно. Удар 700. Ух ты, да. Ты мощный. Вы не того бьете. Мы знали, что вы его будете бить. У меня что-то вообще ни одного крита. У тебя сколько процентов крита? Алло, 44% крит? Он вообще не критует принципиально. Уже дважды бил. Ни разу не критовал. Как это работает? Ну, наконец-то ты хоть один раз попал. Ты вы вообще охренели, а? Вы, юноша, просто охренели. Почему вы бьете мага-то, расскажи мне? Что же он вам сделал такого? 200 очешуеть, а? Он по инициативе, что я тебя не понимаю, как они выбирают цели. 4, 8, 16, 31, 6. Самая минимальная угроза. Ты хочешь сказать, ему надо угрозу разогнать, что ли? Чтобы он его не атаковал. Да у него вроде и так угроза, блин, минимальная. Ему угрозу опустить надо. Не понимаю. Мы в минусе офигевшем. Но нам все равно нужно копить защиту. Потому что нам нужно еще и перья, чтобы если кто-то упадет, чтобы мы могли его поднять. Нам дали морковку. Класс. Я всегда мечтал. Самый сильный моб на текущей локации для нас. Триста монет. О, жесть. Мы так долго будем копить. Ну, эти какие-то сильные уроны у них.
бы у вас такой урон, непонятно. Да, конечно, ты критический удар не выдал. Вот подумал, ему надо критический удар выдать. Кинжал. Да это просто мечта. У нас забрали ежедневное подземелье и ежедневный данж, с которым мы могли фармить. По крайней мере, я его сейчас не вижу. Легкий доспех. Крыжин. Вот здесь он был. На, получается, на 2 часа от этого безымянного моста. И на 5 часов от города. От большого. Вот в этой в повороте реки он стоял. Сейчас его почему-то нет. Да, но опять же, чтобы... Тут финальный бой у нас. Вот это вот дополнение, которое мы не можем никак купить. Потому что у нас... Нет возможности. В красный пустошь тогда пошли. Будем пытаться бить. На нас напали пираты. Как вы это сделали? Чё-то я не понял. А ты чё так слабо начал бить? А, ты слабость на него не повесил. Пожалуйста, свиток заклинаний. Вы какого? Вы 16 уровня. Ну и чё толку мне от вас? Ну, тут ребята 20 уровня, ну, хотя бы хоть что-то полезное будет у них. Хотя бы дебаф никаких не бывает. Вихрь и троглодитов пачка. Да, надо, кстати, замешательство. Ну, вы его сильно бьете. Хилл на фул не вылечивает. Надо усилить хилл. Нет огня и нет слабости. Серьезно? Я у тебя огонь, что ли, забрал? Вот это повезло. Повезло так повезло. Это повезло. Повезло так повезло. Вот это очень дорогая вещь. Она там 1030 что ли стоит. Это очень
дорогая вещь. Нам капец как повезло. Да, мы у него огонь, скорее всего, забрали. Ну да. Слабость пока убрать, оставить огонь. Ой, он ударил не того. Ну как так-то, блин? Ты меня разочаровываешь. С критом 44 ты их даже не пробиваешь. Как это работает, блин, я не понимаю. Ну это вообще крит, он вообще, он принципиально не выдает его. От слова совсем. Если бы я защиту ему не поднял бы, я не представляю, он бы, наверное, пробивал его постоянно. Череп. Череп неплохой, но он эффективнее всего этому танку. Так как количество ХП у него прям в геометрической прогрессии вырастет. Минус энергия, но у него, наверное, не особо актуально. Хотя это, по сути, для него как ХП. Наверное, стоит у тебя забрать замешательство. И отдать основному танку. Тут хоть отряд выживает. И нам хоть что-то дропается путное. Правда, черепок сомнительный, но... Но все же его хоть можно куда-то приспособить. Например, тому же танку отдать. 20% от ХП все-таки будет неплохо смотреться. Стейк на 3500. Хила и магия. Красота. А я хотел, кстати, выдать замешательство этому. Замешательство. А что ему тогда забрать? Броню-то его пробьют. Я даже не знаю, кого.
Ну, слабостью-то он не бьет. Танк он постоянно пинает замешательством. Ну, ладно, попробуем. Вот опять же, замешательство, ранение. Не пробил. Да. Он от огня уклоняется. Хитрый. Слабое кольцо, выносливость. Вроде как можно сделать среднего кольца выносливость, если соединить три этих слабых кольца выносливости. Вроде пока место есть, можно поскладировать. Я вот думаю, что если одного этого, остальных этих. Он предупреждает и следит за индикаторами здоровья. И ты серьезно, ты один, и ты мне дал замешательство? Офигеть. Ранение. У-у-у, хорош, 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 хорош. Но там нам нельзя бить, да? Не, нам можно бить. Я думал, просто он своего ударит. А можно мне хила, пожалуйста, а? Мне хил ходит последний, а паладин вообще хил предпоследний, а паладин последний самый ходит. Ёлы-палы, а? Это просто детский сад. А ну и как это вывозить? Понятно, что ты замешал. А вот опять же, вот о чем я и говорил. Ему защиту не поставишь, потому что начнут бить. А он... Надо с него, это убирать замешательство. Блин, у кого же замешательство получается? Я никак понять не могу. Крепкий напиток. Сомнительный. Троглодитов, да? Троглодитов у этого. О, пулевого нету. Получается, нам нужно ранение. То есть нужно кому-то дать ранение. Ранение, например, вот этой сейчас временочки дать. Тебе отдать замешательство. Просто только что заменить. Стан, конечно, тяжелый, фиговина, но замешательство, конечно, опаснее. Капец, ты мне ранение накидываешь. Хорош. Ранение дать стоило, что ли? Сейчас никак уехать. К
Капец, у него уже пол хп нету, даже больше. Хорош! А хил у меня ходит последний. Да я так и подумал. Сколько ты полечил? Да, как бы сейчас танка не потерять такими темпами. Танк вообще не держится даже. Я, наверное, не ту кнопку нажал. Да, наверное, не ту кнопку нажал, у меня же две кнопки. Доспех из ткани. Ой, идите вы гулять с такими доспехами. Ну, может, на начале эффективен, но, блин. Ясно. То есть, бой против вот этих, у этого очень тяжелый бой. Лучше уж этих гремлинов вызвать. Ух ты, хорош! Так, надо бить крайнего правого. То он самый умный, я смотрю. Капец, мне сейчас паладин просто отлетит такими темпами. Кому ты там ранение дал? Надо паладину ранение давать. Он, по сути, основная цель агро. Почему она, блин, поодиночный экземпляр? Я бы так всем дал бы защиту от кровотечения. Ладно. Надо переставить на половину. Волшебный гриб. У нас закончилось в инвентаре место. Тут инициатива работает через одно место, а? То есть у меня ниндзя ходит последний самый. Хотя должен в числе первых ходить. Его ловкость чуть ли не, блин. Вот у них сколько ловкость? 7. У моего ниндзя тоже 7 ловкость. Ну, не чувство, ладно, не ловкость. Ну, факт то, что у них равная ловкость, и они примерно в одно и то же время должны ходить. Но почему-то не ходят в одно и то же время.
по-страшному косячит. А у нас критов нету, да, вообще никаких. Чтобы поднять ему крит хоть чуть-чуть бы, блин. До полтинничка. А то что-то вообще, блин. Ну, конечно, кинжал. Да кто бы сомневался. Плюс 4 угрозы, блин. Я просто буду ржать, если ты... Ну, конечно, мне не дали поспать. Я в этом не сомневался. Десяточку надо взять. Десяточку я не понял. У тебя магии не хватает? Ха! Класс! У него всего 492 магии. Да уж, блин. Толстенький ты наш. Постоянно его бьют, блин. Переагрить не получается никак. Паладин не может переагрить. Если паладин переагрит, он... ляжет тогда, скорее всего. Сейчас бьют паладина, но до этого в основном бьют танка. Основной агр. Ой, блин. Ранение 500. Да, количество ходов, конечно, это трындец. У этих элементалей просто что-то с чем-то. Даже паладин оказывается толще, чем этот. У него просто не хватает магии. Ёшкин палец. Повязка на глаз.
Плюс угроза. Очень нужная вещь. Без нее просто никак. Наверное, последний бой на сегодня. И мы по инициативе всем проиграли. Офигеть, а? Откуда не... Ой, блин! Замешательство. Ладно, сейчас разберемся. Убери это замешательство, спасибо. Сейчас паладина будут бить, да? Я говорю, паладин чисто себя только лечить будет. Других ему просто не дано будет лечить. Ну, по сути, паладин, наверное, даже как сильнее, как танк будет смотреться. Да, паладин сильнее, как танк. По идее, если сбить ему вот этот плюс 20 угрозы, это плюс всего лишь 9 угрозы. Но контратаки, правда, не будет. Угроза, наверное, больше будет. Там у него топор будет. Плюс 9. Ну, 18. Грубо говоря. Еще какой-нибудь там кинжал на плюс. На плюс 5, например. Ну, 24. А у этого 16. То есть мы должны переагрить его. Что крайне проблематично будет. Его проблематично переагрить. Паладин агр очень слабый почему-то. Ему чисто агр давать, но тогда мы в броне потеряем. Дадим ему агр, если. Еще и оглушение выдалено. Зеленое яблоко. Ну ладно, передохнем. Черепок. Так, сколько там монет стоит? 3200. 3200 мы на 4 вроде умножили. Вообще там 12. Да, нам надо 12 тысяч. 12 тысяч. 3200 на 4, 12 800. У нас столько монет даже нет. Мы не переагрим просто. Паладин не переагрит его. Если только целенаправленно включать ему агр.
Офигеть. Мы просто не переадрим паладина. Точнее, воина, даже если по минималке будем бить. О, самый мощный мужичок. Но, блин, он стоит капец. Его качать утомишься. Я одно время им играл. Варвар, прикольная тема. Очень сильное существо. Убить крайне сложно. Но можно. Как интересно. Но это очень дорого. Тут один сапфир десятку стоит. Какое кольцо. Гласную. Ну, гласную выбить можно. Получается, сапфир. У нас вообще сапфир есть. Один сапфир у нас есть. Нам еще два нужно. У-у-у, не, ну это на грани фантастики тогда. Кольца на интеллект, сколько они будут стоить? 2500. У-у-у. Ну и гласные. Выбивать это получается 10, 2500, 12500. Гласные у нас есть. Гласные 4 штуки у нас есть, в принципе. А этот грыженая книжка сколько стоит? Грыженая книжка 18 000. Ну тут с критом. Либо критка выбирать, как говорится, либо. Тут крит нам поинтереснее будет, смотрите, ну 18 000 стоит. Либо собирать грыженую эту 15%, которые. Крит, наверное, поинтереснее будет смотреться. Кстати, я хотел посмотреть на кольцо. Есть ли у нас грейженная версия? Есть тело. Так, 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 так. И все, да? А, есть чувство, и все. Есть тело, чувство, интеллекта нету. То есть нам мы даже не выбили интеллект еще. Да, слабовато, конечно. Тело и интеллекта нету. Есть черепа с синими глазами, но они. Ой, себе удовольствие. Щит на 160. Ну, он двуручный, он бесполезный, по сути говоря. Потому что мы загрейдим, и он нам не подойдет. Три топора боевых. Ясно. А вот, смотри, три кольца выносливости у нас есть. Мы их можем загрейдить в. А, тут не показывают во что. В сильное кольцо выносливости. +600.
А у нас какое? У нас средняя выносливость у кольцо. Это 600, это 800. Ну, у нас слабое кольцо, конечно, получилось. Но факт остается фактом. Самое странное, что рецепты не сохраняются. По той же еде. Не, мы могли бы и этот доспех сделать. Он, кстати, покруче надо будет. Жеода у нас вроде была. Рубин. Рубин, жеода. Ну, жеода 3 штуки. А рубинов у нас нету. Да. Рубины нам не выдают. У нас вот есть грибочки. Пирогарой. Есть тараск, коготь. Достаточно сильное оружие. Но опять же, он бьет ранением. Если качаться в урон, то это сильное оружие. Если не в урон, то бесполезно будет. Опять же, ранение у нас и так есть 20%. Так, наша задача что сделать? Наша задача магу, наверное, десятку взять. Либо не брать и прокачать свитки. Вот эти вот два. Раз-два. И раз-два. Прокачать свитки. Три шестьсот. Ты что, серьезно? Что ты такой? У-ху-ху-ху-ху-ху. Ну нифига себе ты полненький. А что такой ты мощный? А 800. Погоди-ка, погоди-ка. 800, да? Переставить. 800, говоришь, да? А что если... Не, ну 800, конечно, мощное кольцо. Он самый мощный по ХП получился. Хотя он... Силы у него чуть ли не уменьше всех. Не уменьше всех у ниндзя. Ну ладно, это не важно. Так. Ну да, наверное, надо будет подумать еще, что приобрести. Ну, по идее, надо покупать свитки. Колоссальный, огромный средний. О, средняя выносливость стоит 24 тысячи. Она нам дропнулась бесплатно. Да, ну 24 тысячи, это, конечно, мощно. Мы тут десятку еле-еле собрали, а тут 24 тысячи. Ну, еще вот этот томик бы выбить каким-нибудь образом. Желательно 3 штучки. На мага прям вообще красота будет. Так, нам нужно, получается, вот эти 3, 4. 4, 12, 800. В принципе, 12. И потом переформить. Хотя бы штучек 5. Чтобы при себе имелось. Поэтому как-то так. Получается, сколько нам сейчас можем купить? Три. Три, три, три можем сейчас купить. Купить, наверное, три можем сейчас. Купим раз, два, три. И все, монеты закончились. Забираем тогда паладина. Плюс 2.
Один плюс два, и ты плюс один. Пока так. Нам еще 3000. И мы приданем тебе еще щит. Чтобы вы не упали с первого плюхи. Инициатива 1. Класс. Критический удар 1. Да уж, блин. Но ему вот это я забиваю. Мы вроде угрозу повышаем, 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 повышаем. А она не повышается. Он его даже не то, что не догревает. Даже если мы минус 20 отсюда вытащим, но впихнем ему этот, это будет 9 угроза. Но на мече она все равно будет выше. Вот, например, тот же коготь Тараска ему дадим. Сколько он там дает. Даже если мы бы угрозу убрали. Или вот тут 14, например. То трехручный меч. То есть все равно это 23, как ни крути. То есть ему нужно что-то, что переагрит. Чтобы били паладина в основном. Но опять же, как его переагрить, если у него 29 агро. То есть тут нужно что-то в районе десятки. А есть, кстати, такое снаряжение, вроде, если я не ошибаюсь. А здесь его нету. Да, оно есть, оно продается. Что-то типа красная майка. Она плюс 10 агрессии дает, ну, угрозы так называемые. Но опять же, это чисто переагрить этого одного воина. Просто смешно. Ладно, на этом все. Всем пока.